Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Шапранова Татьяна. Я тренер по продукции компании Гильтек и косметолог, специалист по безоперационному омоложению. И сегодня мы с вами поговорим о нашей сыворотке StopTime 25. Это универсальная сыворотка, которая сочетает в себе наиболее действенные антивозрастные компоненты вместе с антиоксидантами и предназначена как для профилактики старения, так и для коррекции уже имеющихся возрастных изменений. Легендарная сыворотка была выпущена к 25-летнему юбилею компании Гильтек, и до сих пор ее тающая текстура не оставляет никого равнодушным. Давайте посмотрим, как она работает и за счет каких компонентов мы получаем выраженный эффект омоложения. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, как основа сыворотки, обеспечивает коже хорошее увлажнение и повышает эластичность кожи, создавая на коже воздухонепроницаемую пленку, удерживающую влагу в коже, и защищает ее от агрессивной окружающей среды. Экстракт зеленого чая. Основная задача зеленого чая в сыворотке – восстановить и укрепить мельчайшие капилляры в коже, тем самым улучшить систему микроциркуляции. Благодаря такому сосудоукрепляющему эффекту зеленого чая, сыворотка будет способствовать уменьшению отечности и пастозности кожи. Также экстракт зеленого чая оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, предупреждая повреждения на клеточном уровне. Экстракт планктона – это уникальный ингредиент, который богат хлорофиллами, витаминами, микроэлементами. Считается, что он схож по составу с плазмой крови. Его действие оказывает положительное влияние на кровообращение и увлажненность кожи. Экстракт морского планктона способен поддерживать клеточный метаболизм. За счет этого значительно повышается способность кожи к восстановлению и выводу продуктов гликации. Структура кожи становится более плотной и упругой, а тонкие морщины разглаживаются. Витамин С в составе сыворотки улучшает общий вид кожи, делая ее сияющей и выравнивает тон. Аскорбилфосфат натрия – это наиболее мягкая, безопасная форма витамина С. Помимо синтеза коллагена, коррекции пигментации и антиоксидантного действия оказывает еще мягкое антибактериальное действие, что делает его универсальным. Еще одна интересная особенность аскорбилфосфата, в отличие от других форм витамина С, он хорошо работает в небольших концентрациях. Также в составе сыворотки есть гидролизат коллагена и гидролизат эластина. Как и большинство гидролизатов, они являются отличными увлажнителями, которые при нанесении на кожу, смешиваясь с гидролипидной мантией, помогают снизить испарение воды и способствуют повышению уровня влаги в роговом слое. Такое поверхностное увлажнение оказывает моментальный эффект, разглаживая мелкие морщины, выравнивая кожу и обеспечивая мягкий лифтинг. Наша антиоксидантная сыворотка имеет очень интересную текстуру. Она достаточно плотная, но тает на коже и быстро впитывается. Благодаря этому ее можно использовать и самостоятельно, например, в вечернее время. В дневное время сыворотку можно использовать под любой увлажняющий крем или под тональную основу или солнцезащитные средства. Плотная текстура дает возможность использовать сыворотку в процедурах с косметическими приборами и массажем. Сыворотка выпускается в формате 30 мл с очень удобным дозатором, а также есть в мини-дозе, которое удобно бросить в косметичку. На сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии. Кто пробовал сыворотку, расскажите о своих впечатлениях, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео.